Народ, всем привет! Сегодня пятница, время 9:30, я сделал первый заказ на 8:25. Сейчас с 9:30 до 11:30 экстра бонус плюс $1.50 за каждую доставку на DoorDash. Плюс сегодня, я думаю, будет много заказов на Инстакарте, включим GrabHub и покажу, сколько можно заработать за снежную пятницу. На этой неделе выпал снег, сейчас уже подрастаяло, но все равно сегодня мороз. Так что да, полетели. Взяли второй заказ на Макдональдсе. Уже едем отвозить. Третий заказ на Макдональдсе подряд. Ну что, народ, работаю чуть больше часа и уже сделал 4 доставки. Из этих 4 доставки заработал ровно $37. Это великолепно. Будем ждать следующие заказы. Покажу, сколько можно заработать. Что хотел сказать. Сейчас, да, так как праздники скоро будут. Сегодня 2 декабря. Сейчас очень много, почти каждый день есть какой-то бонус. Небольшой, конечно, там доллар, $2. По вечерам иногда бывает, если сильно бизи, то даже $3 может кинуть бонус. И благодаря вот таким бонусам можно более-менее нормально заработать денег. Сейчас еще у нас получается есть 1 час поработать с бонусом плюс $1.50. Так что ждем заказа, полетели. Народ, я сейчас сделал заказ на Инстакарте с 2 магазинов. Старгет и Фред Майер. На $83. Там что-то 5.5 миль только ехать. Кул. Ну что, народ, в первом магазине уже скупились, было только 2 продукта, быстренько их нашли, где-то 5 минут нас это заняло, и сейчас едем во второй магазин, во Фред Майер, там чуть больше, там 60, по-моему, 9 продуктов, надо найти, но я думаю, я этот магазин уже хорошо знаю, может быть, максимум 40 минут меня займет, чтобы находить все, расплатиться и поедем отвозить. Мужик едет на электромашине, и номер у него engine, двигатель написано. Подает. Ну что, народ, 2 тачки забитые полностью. Сейчас начинаем загружать. Полетели. Что, народ, все готово. Окей, народ, сделал я этот двойной заказ и заработал на нем $82.58. Сейчас время час, то есть я уже работаю 3,5 часа с 9:30, и мы уже заработали за это время $119.58. Великолепно. Сейчас я как раз потерял schedule на DoorDash, когда я делал этот заказ. Но я сразу, потому что сейчас очень busy, у меня получилось взять до самого вечера. Так что нормально, работа есть. Сейчас опять включил DoorDash, GrabHub и ждем следующих заказов. Не знаю, народ, сейчас взял заказ на 6.75, но там была 1 миля, что-то 1.5.
1.2 мили. Но это заказ Safeway, который не надо скупляться, там только ты приезжаешь и забираешь. Я когда взял его, я нажал на subtotal, сколько вся сумма этого заказа, написано $99. То есть есть вариант того, что они могут больше заплатить, чем эти $6.75. Не знаю, поедем посмотрим. Ну вот, я же говорил, что больше заплатит. Всего на 6 центов. Лол. Окей, народ, время 3.40. Я работаю с 9.40. И уже где-то 6 часов, как мы онлайн. Но 2 часа я не работал, я ездил на обед, просто дома сидел, я выключал, ставил все на паузу. А сейчас уже появился новый бонус на Дордаше. $1.50, до 5.30 он будет. А, и сейчас пока заказов таких нету хороших. Сейчас просто стоим на парковке, ждем заказы. За это время я заработал уже $151. Неплохо. Думаю, сегодня можно работать буду до 8 максимум. И... А там посмотрим, как пойдет. И потом покажу, сколько заработал. Народ, только что сделал заказ на 9.75, как мне сначала показывали. Но когда сделал его, сделал confirm delivery, и DoorDash, ну, customer доплатил. И еще этот заказ был не 9.75, а он заплатил 24.25. То есть $20 чаевыми дал. Вообще классно. Приятно очень. Народ, сейчас взял еще один заказ с Walmart на $35. Просто приехал, здесь парковочка есть, позвонил им, и они мне должны принести, и они сами в багажник ложат все продукты. Я просто уезжаю и отвожу людям. Так что я им уже позвонил, сейчас жду, пока мне принесут мои продукты. Сейчас у нас двойной заказ Panda Express и Wendy's. Это мой будет последний заказ. Panda Express был на, по-моему, 8.25. И этот потом мне кинуло Wendy's на $6. Сейчас их отвозим. Потом приеду домой и покажу, сколько я заработал за, наверное, чуть-чуть больше 8 часов. Так что, let's go. Вот, забрал еду. Go.
такая, смотрите, какая наряженная улица. Прям машины ездят все и смотрят на эту всю улочку, как красиво люди украсили. Это прям елка у людей каких-то стоит. Тут они ее нарядили. Красиво, да? Это шо? Вот и все. Наш рабочий день закончился. Приехали домой. Окей, народ, я дома. Сегодня была пятница. Я работал на DoorDash, Instacart, Grubhub и новое приложение Roadie называется. Сегодня на DoorDash я заработал $192.92. На Grubhub я заработал $17. Я сделал только один заказ. Потом в этом новом приложении Roadie я заработал $35.20. Тоже сделал только одну доставку. И на Инстакарте заработал $107.23. По-моему, три заказа только я сделал. Получается, работал я сегодня 8 часов. Чуть-чуть больше. Ну, возьмем 8 часов. И я заработал сегодня $352.35. Если разделим на 8, то выходит $44 в час. Сегодня был классный день, классные заказы, плюс эти бонусы, которые были, очень, как бы, они помогают, и более-менее выгодные заказы становятся. Бывало такое, что я даже взял он как на $9 заказ, а после того, как я его доставил, они мне больше заплатили, там, $24. Так же самое и только что было, я взял заказ последний мой на $6, но они, по-моему, заплатили $8.25. Да, вот такой был день рабочий. Я думаю, сейчас декабрь. Сейчас как раз начался сезон перед праздниками, что будут очень хорошие заказы. Буду стараться снимать сейчас почаще, так как еще плюс хорошие дни сейчас бывают, что можно хорошо заработать денег. Если вам понравилось это видео, подпишитесь на канал, оставляйте свои комментарии, вопросы, которые есть, спрашивайте. Да, всем удачи, всем пока.